Жители польского региона Верхняя Силезия бьют в барабаны. Они приехали в Варшаву требовать автономии. Входящие в польский парламент представители национального движения собрали более 125 тысяч подписей за законопроект, который обеспечит признание силезцев отдельной этнической группой. Мы заинтересованы в автономии, которой пользуются некоторые европейские регионы, как, например, в Испании или Южный Тироль в Италии. В конце концов, мы считаем, что Польша должна стремиться к федеративному государственному устройству, которое существует в Германии, Швейцарии и других странах. В декабре Верховный суд Польши постановил, что силезцы не являются народностью и назвал их требования большей самостоятельности противоречащими единству польского государства. При этом, согласно последней переписи 2011 года, 850 тысяч человек, это более 2% от населения Польши, относят себя к этническим силезцам. Они выступают за защиту своего диалекта и традиций, которые сохраняются в семьях, но вытесняются из школ. Когда я училась в школе, говорит жительница Верхней Силезии, сказать что-нибудь на родном языке было плохой идеей. Меня заставляли говорить на чистом польском, потому что таковы были требования. Нам совсем не разрешали говорить по-силезски. Границы Верхней Силезии неоднократно менялись. Область принадлежала то Польше, то Чехии, то Германии. Сторонники автономии подчеркивают, что и не стремятся к независимости, а лишь хотят больше прав в социальной, экономической и культурной сферах. Так же, как у немцев есть свои земли, мы хотим наш крохотный регион, говорит жительница Верхней Силезии. Боже упаси нас отрывать Силезию от Польши, как многие боятся. Мы этого не хотим. Представители силезцев ищут поддержку не только внутри страны. На митинг в Варшаве приехал член Европарламента от Испании. Он также считает, что автономия отдельных регионов не повредит общему единству стран в Европейском Союзе.